У нас сегодня неприемный день. Вообще-то я ваш новый Аким. У нас уже есть Аким? Ну, меня с города назначили, я вот только приехал. Нам такая информация не поступала. Здравствуйте, я извиняюсь, я ваш новый Аким. А, и... Аким, с города, да? Ассалям алейкум. Ясо. Салям, ассия. Салям, ассалям. Извините, а вы кто здесь? Бин, главврач, врач. Насим, бин, племянница. Чаевой? Нет, спасибо, мы просто устали с дороги, нам нужно здесь где-нибудь разместиться. Сендербенов, понарам сюда. Там аж прахи здесь. Чай. Чай вой. Чай вой. Чаевой? Знаете, я тут был у вашего акимата. Там все так запущено. И, в общем, я думаю завтра собрать планерку. Мне нужны будут все работники акимата. Я хочу ознакомить всех с новой программой, с моей программой по модернизации Каратаса. А, Джерет? Джерет. Алюша? Ағаларыңды апартыш, үйлерің бұзын. А вы знаете легенду про бога Ола Каратас? У нас здесь раньше жил бог, юный и веселый. Он много прыгал и смеялся. И вот однажды он свалился с неба и разбился на много-много кусочков. Он мог появиться эхом голосов или солнечным зайчиком в луже. Он теперь у нас в Каратасе повсюду. Thank you.
Почему ты не сказала, что у тебя есть дядя? А как, по-твоему, кто тебя сюда устроил, Акима? Ты считаешь, меня сюда направили из-за твоего дяди? Не, ты правда думаешь, что я сюда с поблата устроился? Пересмотрел все отчеты по бюджетам, и, знаете, у вас почти весь годовой бюджет уходит на ВПГ. А что такое ВПГ? ВПГ? Вакцина против гриппа. Грипп. Против гриппа? Угу. Ну, больше 90% бюджета на вакцины против гриппа? Я и грипп имеюсь. Иди, копты грипп. Копты. Я хочу посмотреть ваших больных. Мы можем прямо сейчас пойти в больницу? Делать?
У нас в Каратасе своя методика. Меня говорю, гриб, у тебя гриб емес, и рекши гриб. Без булаты коңылден дыремыз. Тез жазылушын, ән айтып береміз. Билеп береміз. Тұр! Тұр! Стопай! Попол! Консилиум, чтобы выяснить, что тут за болезнь. Чтобы созвать консилиум, необходимо объявить карантин. Ну так объявляйте карантин. Понимаете, карантин объявляется либо по приказу Акима, либо собирая подписи хотя бы одного человека. Ну так я и есть Аким. Объявляйте карантин. Сен әлі әкім емессің 30 күнге шейін. Заң бойынша әкім, міне, мұна кісі, бұрынға. И поскольку я еще действующий әкім, я не могу объявить карантин. Ну, это же обычный грипп. Зачем шумиху разводить? Понятно. Я сам поеду в город и найду врачей. Я приеду сюда с комиссией. Поняли? Я приеду, мы во всем разберемся здесь. Мне нужно с тобой поговорить. Прямо сейчас. Thank you.
куда собрался? Я поеду в город. Зачем? Я хочу выяснить, что здесь происходит. Ты же видишь, это не гриб. Тихо, не ори. Это никакой не гриб. Ты что, хочешь моего дядю подставить? При чем тут твой дядя? Ты не понимаешь, что это он тебя сюда устроил. Без него ты никто. Встань. Да, я никто. Это твой дядя меня сюда устроил. Да я всю жизнь потакал чьим-то указанием. Все время слушал всех, делал по указке, как надо. Но в этот раз все будет по-моему. Все будет так, как должно быть. Здравствуйте. Я ваш новый аким. И празднуете, да? Понимаете, здесь в Каратасе сейчас какая-то эпидемия. Но это не грипп. И для того, чтобы ввести сюда карантин, мне нужна подпись хотя бы одного жителя.
Вот, смотрите, мне нужна подпись хотя бы одного жителя Каратаса. Вы мне поможете? Мы тут строим воздушный сектор.
Братан, выставочный центр! Выставочный центр! Какой выставочный центр? Вы чего? Да смотрите, это же ребенок, она больна, ее нужно вылечить. Помогал мне. Какой выставочный центр? Вы что здесь сдурели, что ли? Выставочный центр! Выставочный центр! Вы уволены! Вы все уволены, слышите? Это твой дух. Видишь, он прикован, он страдает. Ты можешь его освободить, и тогда он тебя освободит или убьет. Это не грипп никакой. Это чума, это все знают. Если вы об этом знаете, почему же вы ничего не сделали? Не, мы делали. Делали! Но им этого не нужно. Они
так хорошо живут с этой чумой. Это их образ жизни, традиция. Не надо ничего менять. Не надо ничего менять. Не надо ничего менять! Не надо ничего менять. Ничего менять не надо. Надо ничего менять. Рано или поздно они все здесь так вымрут. Ну, вымрут. Есть вещи, которые поважнее жизни. Можно. Для них нет никакой смерти. Я поеду в город. Я напишу рапорт на всех вас. Сюда приедет комиссия, здесь разберутся. Они все решат. Вы все пойдете под суд. Я смотрю, вы недовольны условиями нашего содержания. Но извините, вы обвиняетесь в хищении госсредств, в превышении служебных полномочий. Кстати, вы потом сможете опознать, кто вас избивал, там, приметы, черты? Нет? Тогда подписывайте бюджет и дело с концом. Великие народы всегда на грани исчезновения. Чума сделала их великими. Она их защищает от таких, как мы, от чужаков. Чума — их традиция. А ты пришел и думаешь так просто отнять у них все, что они имеют. Неправильно. Так нельзя. Это неправильно. Это неправильно. Это неправильно. Так нельзя.
что? Арамызға қосылдың. Біз өлімді үстіп қоямыз. Көңілді жүрген адам ауырмайды. Бұл бізде традиция. 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 Это не традиция, это преступление. Нет, это традиция. Все, что повторяется, и все, к чему привыкаешь, это традиция. Традиция?
А то, что люди умирают, для вас это тоже традиция? Ну, получается, что так. Раз народ привык. Мә, мынау келесі жылғы бюджет қол қой. Грипп вакцинасы. Қой, қой. Давай подписывай. А то напишем на тебе жалобу, что ты злоупотребляешь служебным положением. Может, даже элементы коррупции есть. Подписывай давай. Қой. Может быть, вы просто уволите меня? Понимаете, я не могу это подписать. Давайте вы меня просто уволите. Пишите свой рапорт. Но я не могу это подписать. Если не подпишешь, то нашего ребенка не будет. Thank you.
сон приснился. Знаешь, как будто бы за тобой пришли... То есть тебя забрали какие-то люди... И они тебя... Они твои руки прибили к столу, и ты... Ты был в маске. И они как-то над тобой издеваются. Я смотрю на все это из окна, и я не хочу тебе... Я не хочу тебе помогать. Как будто бы я тебя даже и не знаю. Не обращай на это внимания. Главное, что у нас здесь все хорошо. Поработай на моего дядю. Подпиши бумаги. Потом ты дальше пойдешь. А все, что происходит там, нас не касается. Все, что происходит там, это не важно.
Слушайте, моя жена заболела. Моя жена, ваша племянница больна. Мне нужны вакцины, но не против гриппа. Мне нужны вакцины против чумы. Кмать саван чумот. Грипп. Но мне нужны эти вакцины. Шешу келдің бе? Мені өлтіргің келе ме? Өлтір. Өлтір. Тура. Тура мен жермеші. Есіңде болсын. Мені өлтірген менен қара таста ештеңе өзгермейді. Ештеңе. Хотел.
Жай ғана грипп деп айта салшы. Ешқандай әңгіме болмайды. Вы можете называть это гриппом. Я не знаю, сколько вы больны. Может, 70 лет. А может и 2000. Но эта болезнь тут надолго. Иногда вам будет казаться, что она отступила. Но это не так. Она никуда не уйдет. Это чума.